Итак, сейчас мы будем заниматься регулировкой газового клапана Евросид после замены жиклеров на газовом конвекторе Alpine Air. Для этого выкручиваем винт дальний. Нет, ближний. Ближний винт выкручиваем. Да. Вот этот вот. Который ближе к лицевой стенке. Устанавливаем на этот винт манометр. Для начала будем регулировать его по нижнему давлению, да? По максимальному. По максимальному. Максимальное давление — это давление на горелке 28 миллибар оно должно быть на семерочке, установленной на регуляторе. Ставим на регуляторе семерочку и начинаем регулировать давление. Это давление у нас регулируется тем винтом. Начинаем его поворачивать до тех пор, пока не получится у нас на манометре 28 миллибар. Так. Теперь аналогичную процедуру мы делаем на минимальном давлении, то есть на... Нет, на минимальном мы ничего не делаем. На минимальном мы ничего не делаем. Все.